Ну вот, как и обещала, сегодня дошла до 7-го микрорайона. Это 9-этажка. А еще он называется трехлистник. А еще раньше он назывался МЖК. Ребята приходили, строили после работы. А может быть, помогали строителям, я не знаю. Ну, в общем, тогда жилье было бесплатное. Приходили, помогали строить. Вот такой он. Это 8-й дом, да? 8-й. 8-й дом. Пойдем туда летать. Вот, пожалуйста, 9-й этаж. Вот какая красота. Ну что, пойдем на одно крыло, на первое. Ну вот ваш весь 7-й микрорайон, весь как на ладони, весь. И 4-й видно вон туда дальше. А этот вот пьяный дом сверху, смотри, какой интересный, смотри. Как змейка прям. А сейчас туда дальше подойдем, 6-й будет, наверное, видно. А вот внизу у нас как. Да, и вон в 4-м микрорайоне гостиница видно, 7-этажка она, да? А еще отсюда видно вон дома. Так, это 2-й микрорайон, где мы вчера были. Туда дальше к горам, в сторону гор. У нас как называются дачи? Оазис. Оазис, да. Вот такой вид. Ой, отсюда еще видно вот эти красные дома напротив церкви. Кому-нибудь напроситься надо на балкончик. Угол 12. Пойдем в следующее крыло. Ой, как будто здесь и знакомые живут. Ну вот еще одно крыло. Галерочка. О, а это у нас тут дезинфекция, слушай. Стрых, да, вот это как называется? Которые жгут. В, а, да, в России, говорят, запретили, а мы нюхаем ее, ничего вроде. Ну вот жаль, что не видно отсюда поле чудес. Сейчас напросимся, может быть, в гости вот сюда. На секундочку. Может, нам разрешат снять? Ну вот, нас пустили в гости. Для того, чтобы показать. Это микрорайон, получается, 6-й. А в 6-м микрорайоне у нас нету 9-этажек. Так что вот так будем смотреть. Вот поле чудес. Вон наши красные дома, знаменитые 7-этажки. 11-й микрорайон отсюда видно. Поле чудес. Ой, сколько машин стоит. Что-то такси мало сегодня, слушай, желтеньких. Вот такой вид отсюда. С этой стороны. Вот. Стеллу видно отсюда вон. Погодка прям сказочная. Так и шепчет, типа. И отсюда видно, слушай, 9-этажки, вон 3-го микрорайона. А, это 7-этажка, 7, да. Все видно. Все видно. Поле чудес. Ну все, оно закрыто крышами, магазины там. И вот и перекресточек у нас такой. Машин все больше и больше. Слушай, я тоже
Ой, вот мы в гости напросились. Заодно эту красоту поснимать. А вот какая красивая тут стеночка. Слушай, это целая коллекция. Вот спасибо, что нам разрешили все это показать. Ой, смотрите, какие у нас тут красивые. Из Хивы, из Самарканда. Это все блюда, все такие керамические. Смотри, какие красивые, красивые. Вот тут какая интересная стена. Это блюда такие красивые, из Хивы, из Самарканда, из Бухары. Да, и у нас тут продают тоже. Но это как не блюда, это ляганы называются. Ляганы. Видишь? Про Самарканд, а вот Заравшан даже написано. Ну, красивые, прям красивые. Вся стена такая красивая. Ой, красавчик сидит, греется, смотри-ка. Эх, ты красавчик. Серенький такой красивый котенок. Кот, вернее, уже. А может, кошка. Ну, дальше идем в 11-й микрорайон. Вот это трехлистник 42-й. Номер дома. Вот он. Сейчас пойдем туда. Ну, вот такой вид 42-го дома. Вот такой. Также эти красненькие свечечки видно. Туда что еще там видно? Ой, да много что отсюда видно. Каждый пусть смотрит сам, кому это интересно. А вот вижу свечки белые. Вон, да, это 29-й, по-моему, дом. Вон они. Ой, как интересно. Одни крыши. 42-й дом. Весь 11-й микрорайон, как на ладони. И Оспанкинская башня видна. И наши вон синенькие корабли девятиэтажки видны. Отсюда. Ну, сейчас пойдем в то крыло, да? Вот так вот, а внизу тоже стоянка из машин. Сегодня воскресенье, людей мало, все отдыхают. Ну, вот следующее крыло этого дома. Вот отсюда видно 7-й микрорайон, 8-й дом, 9-этажка, откуда мы только что снимали. 12-й микрорайон, также начало. Это дорога, которая ведет на поле чудес. Ну да, вот в 11-м микрорайоне пьяный дом, который ведет до самого поля чудес. Свечки отсюда прям близко видно. Красные свечки. Вот с этого крыла какой вид на 12-й микрорайон. Вот 7-этажка. Не помню номер дома, но мы обычно там возле телеграфа. А да, 7-этажка, которая возле телеграфа. Вот тут рядышком внизу вот здание телеграфа. За телефон туда как-то ходили раньше платить. Сейчас не знаю, но есть, наверное. Новая стоматология вот построили. Рядышком стоит там какой-то магазинчик. И остановочка отсюда рядом. Наверное, фармацевт. Самый красивый подъезд. Это площадка, где лифт. Да. Вот так. Первое место этому дому стало. Ой, какой порядочный подъезд. Смотрите. Видишь, кто-то постарался все, разрисовал.
Красивый такой. Все порядочно. Смотри, и лифты какие прям. Ну вот, пожалуйста, красота. Видно, что кто-то из хороший хозяин тут живет. И, наверное, художник еще. Молодец. Не во всех подъездах так, скажем, у нас. Да, вот очень все хорошо сделано. Хотя я в этом доме я не видела, чтобы делали ремонт. Снаружи, по крайней мере, не видно. Но это вот постарались люди. Молодцы прям. Просто молодцы. Рядом стоит вот 43-й пьяный дом. А мы пойдем вот туда. Вон туда дальше. 44-й. Тоже трехлистник. Спросили у хозяина, какой породы собака. Он сказал, волкодав. Вот, смотри, ну прям точно волкодав. Красавчик. Вот он, 44-й. Трехлистник. 11-й микрорайон. Ну, вот такой вид, похожий, как и из 42-го дома практически. Вот здесь рядышком стоит, вот, видишь, зелененький такой домик. 39-й, 40-й дома вот здесь, с этой стороны идут. В общем, вид почти такой же. А это вот 43-й, длинный-длинный дом. Пьяный. Вон он. Дальше туда 42-й, откуда мы сейчас пришли. А вот отсюда хорошо видно, напротив 12-го микрорайона идет 14-й, новый. Я тебе уже его показывала, мы там гуляли, в 14-м микрорайоне. Вон уже новые такие дома. А была прям пустыня-пустыня. Вот отсюда какой вид. А вот он, ресторан «Шердор». А когда-то здесь был, помнишь, стол заказов? Магазин. Я помню, отоваривались хорошо. Подарки давали 9 мая людям. Потом какие-то молоко отоваривали мы по спискам для детей. Там вот свечечка белая идет. Это, наверное, 29-й дом. Вот такой вот 11-й микрорайончик. Ой, оказывается, вот этого волкодава Тимоха зовут. Пришел. Он же замерз, домой уже, видите. Да. Что-то прихрамывает. Старенький, оказывается, уже. Красавчик. Тимошка. И вот отсюда видно, да, строительство. Это же 13-й микрорайон, получается, строительство. А вот там он бассейн скоро будет. Так что скоро будем плавать. Крыши видно. Ну да, ресторан теперь здесь, «Шердор». Раньше было 3 магазина или 2 магазина здесь было продовольственных. Давненько это было. Ну да, строительство идет, я не знаю, прям до самого кладбища, наверное, что ли, этот 13-й микрорайон будет. Ну вот этот 44-й дом, с которого мы сейчас снимали. С этой стороны нету крыла, чтобы снять. Вот такой вид был бы оттуда сверху. 13-й микрорайон. Это 14-й Gold Market. Я тебе уже показывала новый магазин. Сейчас пойдем в 12-й микрорайон. Не знаю, там вот есть трехлистник, по-моему, 57-й. Вот мы и подошли в 12-й микрорайон, 57-й дом. Тоже трехлистник. Прямо на краю микрорайона стоит. Сейчас поднимемся вверх. Вот отсюда видно. Еще не полностью достроено. 14-й микрорайон. Вот. Это у нас какой получается? Это 12-й микрорайон, 57-й дом. Еще раз, чтобы не забыла я. Вот как видно, 14-й.
А туда дальше, вон туда, там уже целый поселок. Как-нибудь туда надо прогуляться. Он считается 19-м микрорайоном. Автобус идет двоечка. Вот, а с этой стороны, с этого крыла видно строительство 19-го микрорайона. Вот он какой. Вот эта дорога туда идет до самой церкви. Туда сейчас мы и пойдем. Там, кажется, 19-й дом. Тоже трехлистник. Ну, такая площадочка тут хорошая, видишь? Зелененькая. Такой дворик неплохой, слушай. Это трехлетний 23-й дом. 21-й. Ой, 20. Где написано? А, вот 21-й, точно. Мы прошли 23-й. Но мы в него не пойдем. Мы пойдем в 19-й, потому что вид один почти тот же. Еще не очень интересный 19-й микрорайон, строится только. Еще заселенных нет. Ну вот несколько домов, уже облицовка идет. Как полностью построится 19-й, так пойдем погуляем туда. Ну вот мы дошли до 19-го дома в 12-м микрорайоне. На сегодня, я думаю, это будет последний дом. Как мы полетали. Вот такой вид у нас. Трехлистник 19-го дома. 11-го микрорайона. Ой, это же 12. Я уже запуталась, слушай. 12-й, 19-й. Точно, это 12-й микрорайон. 19-й дом. А напротив видно 19-й микрорайон. Без пузыря не поймешь вообще, не разберешь. Такой там дворик отсюда видно. Ой, вот это вот какой-то длинный дом, пьяный, да? 29-й дом, слушай, вот это 30-й дом идет. Вот он длинный, 30-й. 12-й микрорайон. Ребята знакомые там жили. Ну вот поближе видно. 30-й дом длинный. А это мы мимо шли 22-й, да? 22-й. Ну вот, сверху не видно с галерки. Отсюда вот видно. Вот и церковь. Напротив уже идут вон красные свечки, 7-й микрорайон. Но это один из первых трехлистников в 12-м микрорайоне построен был. Дальше была пустыня, пустыня. Тут напротив прям церковь. И как всегда наше синее-синее небо. Хотя где-то одно облачко плавало. Одно.